раскаркались. Они приветствуют вас вместе со мной. Всем доброго времени суток. Приглашаю прогуляться. Утро, 7 утра. Урал. У нас хорошая погода. Бересклетик я пересадила вот на новое местечко. Оба, это сорт разный. Пересадила оба вместе рядышком. Дербенник, розовый жемчуг. Пчелки окружили. Трудятся уже с утра. Здесь у меня смолка, я срезала цвет, вот как она хорошо принялась. Корневую наращивает на будущий год. Зацвела остельбочка, начинает зацветать, вернее. Неженка такая розовая, красивая. И беленькая тоже. Не такая пушистая, такого кремового, молочного цвета. Тоже красивый цвет такой. Хорошо так смотрится. Синеголовик. Уже посинели эти шишечки. Такие красивые. Надо их срывать на сухоцветы вовремя. Здесь и читок зацветает. Такие вот звездочки розовые, красивые. И здесь пчелки. Прямо везде пчелки. Зацветет. Вот еще у меня один куст синеголовика. Надо мне его собрать. Потому что если передержать, потом будет он крошиться в сухоцветах. Вот такой синенький молодняк у меня зацвел дельфинем. Из семян. Синенький. И еще на кончиках такие мазанки бордового цвета. Красавец бузульник. Вечером я его полила хорошо. Жарко, тяжело. Цветоносы не могут подняться. Не знаю почему. Завитульки или поднимутся. Такой красивый, здоровенный куст. Огромный. Я его подкормила хорошо. Он водичку очень любит. Чистец обрезала цветоносы. Они так, оказывается, очень хорошо пахли. Когда я убирала, уносила. Очень ароматные пчелы прямо за мной летели. Очень вкусно пахло. Карамелью они пахнут. Такой сырой еще ковер бархатный с утра. Туман сел, роса села. Красота. Зацветает анафолис. Вот такие беленькие шишечки. Потом превратятся в цветочки, в такие мелкие, как пенопластик. Тоже такой ворсистый, более нежный, такой мягкий. Лист. Лимониум открывается. Звездочки свои открывает. И розовые такие новенькие. Кто-то отцвел. Какие-то цветочки, какие-то зацветают вновь. Отцвела астранция. Сейчас я ее все обрежу. Цветоносы эти все. Чтобы она порадовала цветением второй раз в августе. Клопогон. Такой шикарный. С богатой листвой. Такой окрас. Какой-то бордово-баклажановый окрас. Вот такие листья у него красивые. Резные очень.
И он, наверное, порадует меня своим цветением в этом году. Потому что вот закладывая цветоносики буду. Но позже. Вербаскум сейчас тоже уже обрезаем. Это уже вот верхушечные последние цветочки. Он уже наклонился, тяжелый. Я его сейчас тоже обрежу, чтобы он подцвел второй раз. Цветоносы еще будут. И здесь у меня тоже дербенник. Пчелочки прямо жу-жу-жу-жу-жу-жу. Опыляют, собирают. Пошла я трудиться. Наполоть надо все, очистить от сорнячков. Буду тоже трудиться, как пчелка. Большое спасибо, что были со мной. Берегите себя и своих близких. Всем удачи и пока!